Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Светлана Веда, и сегодня у нас нумерология. Мы рассмотрим ваше здоровье, какие могут быть предрасположенности к заболеваниям, как опасаться, беречься и, возможно, какие-то рекомендации вы сегодня услышите. На самом деле все очень просто. Можно рассчитать, зная свою дату рождения или дату рождения того человека, о котором вы хотите все узнать. И мы сейчас с вами запишем. Сегодня мы рассматриваем здоровье. Итак, здоровье у нас сегодня. Пишем дату своего рождения или того человека, которого вы будете рассматривать. Я пишу свою дату. Итак, мы складываем все цифры. Получается 25. 2 плюс 5 получается у нас 7. Вот именно эту цифру мы с вами будем рассматривать. Напишите в чате в комментариях, какая цифра получилась у вас и что это обозначает. Пишем в чате в комментариях. Давайте сейчас мы будем рассматривать все цифры. Итак, если у вас получилась единица, предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, склонность к глазным болезням и астигматизму, особое влияние следует обратить на аритмию, тахикардию, нарушение циркуляции крови. В преклонном возрасте необходимо следить за артериальным давлением. Очень полезны длительные пешие прогулки. Единицы полезны огуречный, аптечный, ячменный хлеб и ячменная вода. Также чабрец, овчанка, щавель, лимоны, апельсины, финики, имбирь, изюм, ромашка, шалфей, гвоздика, мускатный орех, женьшеневый корень, лаванда, лавровый лист и мед. Годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 19 лет, 28, 37 и 55 лет. Месяцы усиленной профилактики – это октябрь, декабрь и январь. Если у вас получилась цифра 2, предрасположенность к заболеваниям желудка и пищеварительной системы в целом. У женщин возможны проблемы со щитовидной железой. По возможности тщательнее следите за качеством и режимом питания. Двойки полезны подорожник, льняное семя, семена рапса, цикорий, салат, капуста, дыня, репа, огурцы, зеленый лук, бананы. И годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, 20 лет, 25, 29, 43 года, 47 лет, 52 года и 65 лет. Месяцы усиленной профилактики – это январь, февраль и июль. Если у вас получилась цифра 3. Предрасположенность к перенапряжению нервной системы, повышенной утомляемости и депрессиям, а также кожным заболеваниям. Тройки полезны мята, шафран, мускатный орех, шалфей, гвоздика, спаржа, ревень, барбарис, оливки, миндаль, инжир, орехи, свекла, яблоки, персики, гранаты, ананас, виноград, черника, клубника, крыжовник и вишня.
годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 12 лет, 21 год, 39 лет, 48 лет, 57 лет, месяцы усиленной профилактики, декабрь, февраль, июнь и сентябрь. Если же у вас получилась четверка, предрасположенность заболеваниям, трудно поддающимся диагностированию, сложные и редкие заболевания, для четверки обычное дело. Если у вас возникнут сомнения в правильности постановленного участковым терапевтом диагноза, лучше дополнительно проконсультируйтесь у другого специалиста. Также склонность к анемии крови, головным болям, заболеванием позвоночника. Дополнительный совет по возможности снизить прием лекарств. Четверки очень полезны овощи, фрукты, имеющие зеленую окраску, а также баклажаны, кальраби, сельдерей. Постарайтесь меньше употреблять красного мяса. И годы жизни, которым необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 13 лет, 22 года, 31 год, 40, 49, 58 лет. Месяцы усиленной профилактики – это январь, февраль, август и сентябрь. Пятерочки, дорогие мои пятерочки, если у вас цифра 5, то у вас может быть предрасположенность к неврозам, повышенной возбудимости, истощению нервной системы, бессоннице и мигрени. Самое лучшее лечение – сон, отдых и еще раз сон. Пятерки полезны: валерьяновый корень, пастернак, петрушка, семена тмина, морская капуста, грибы, орехи всех видов, морковь, капуста, картофель, брюква, овсяный хлеб и овсяная каша, также рис. Ну и годы жизни, которым необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 14 лет, 23 года, 41 год, 50 лет. Месяцы усиленной профилактики – это июнь, сентябрь и декабрь. Если у вас цифра 6. Предрасположенность заболеванием горла, носоглотки, обратите внимание на легкие бронхи. Для женщин заболевание груди, возможны проблемы с гормональным фоном. Шестерке нужно как можно больше бывать на воздухе. Шестерке полезны мята, пастернак, соцветия нарцисса, листья фиалки и розы, инжир, шпинат, миндаль, грецкие орехи, яблоки, гранаты, дыня, абрикосы, персики, а также все виды бобовых, в том числе и соя. Годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 15 лет, 24 года, 42 года, 51 год, 60 лет. Месяцы усиленной профилактики – это май, октябрь и ноябрь. Если же у вас появилась семерочка, предрасположенность к аллергиям, заболеваниям желчевыводящих путей и раздражениям кожи, а также к ослаблению иммунной системы. Семерке необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, делать что-то вроде старой доброй зарядки. Семерке полезны льняное семя, пустырник, мать и мачеха, женьшеневый корень, зеленый чай, цикорий, щавель, курага, овощные соки, капуста, салат, огурцы, груши, яблоки, виноград и арбуз. Годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдаться за своим здоровьем, это 7 лет, 16 лет, 25 лет, 34 года, 43 года, 52 года, 61 год. Месяцы усиленной профилактики – это январь, март, июль, август и апрель.
Итак, если у вас получилась цифра 8, предрасположенность к заболеваниям печени и суставов. Имеется склонность к ревматизму и частым головным болям. Восьмерки очень подойдут на пользу режимное питание и занятия оздоровительным бегом. Для восьмерки полезны валерьяновый корень, медвежье ухо, календула, ромашка, кукурузные рыльца, зеленый чай, щавель, орехи, кешью и кедровые семена подсолнуха, очищенные, грибы, капуста, фасоль, репа, баклажаны, сладкий перец, помидоры, арбуз, клубника, малина, черника, кислые сорта яблок, груши, абрикосы. Дополнительный совет: по возможности избегайте потребления животных жиров и белого мяса. Годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 17 лет, 27, 35, 44 года, 53, 62 года. Месяцы усиленной профилактики – это декабрь, январь, февраль и июль. Если у вас получилась цифра 9, предрасположенность к заболеваниям мочеполовой системы и лихорадков, склонность к ослаблению иммунной системы, слабая сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Девятка должна иметь дома значительные запасы чеснока и не расставаться с этим замечательным растением весь осенний-зимний период. Очень полезны контрастные обливания. Девятке полезны семена горчицы, полынь, перец, ракитница, сок крапивы, чеснок, лук, лук-порей, хрен, ревень, рапс, сельдерей, имбирь, грейпфрут, лимон, киви, кислая капуста, клюква, брусника, тыква, черноплодная рябина. Девятке необходимо избегать употребления жирной пищи. Следует ограничить себя в алкоголе. Годы жизни, в которые необходимо пристально наблюдать за своим здоровьем, это 18, 27, 36, 45 лет, а также 63 года. Месяцы усиленной профилактики – это апрель, май, октябрь и ноябрь. Конечно, предложены такие знания, да, возможно, они не решат всех проблем, но с их помощью вы сможете предупредить возникновение неприятных моментов. А ведь известно, предупрежден, как говорится, вооружен. Естественно, это не истина в последней инстанции нумерология, потому что нужно смотреть социальную среду, где человек живет, его наследственность, как он следит за своим здоровьем, как он относится, чем он питается. Но все-таки я думаю, что это была хорошая, интересная подсказка для вас. Так что пальчик вверх, слово «благодарю». Пишите обязательно, какая цифра у вас получилась и что вы думаете о нумерологии, о здоровье. Всех вас безумно люблю, обнимаю, всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока!